аут и атакуют по-прежнему красные. Вот такая первая полноценная у них атака получается в этом матче. И очень неплохая хорошая атака. Хорошая подкидочка мяча, Дамна вывел партнера. Очень неплохо, 10-й номер. И вот распасовка, второй темпом атаки. Смотрите, в касание, как красиво играет Рец. Давайте отдадим должное, но красивая атака. Я только руки поднимаю вверх и говорю браво. Давайте посмотрим, какие выводы будут. Так, хороший удар. Смотрим за боковыми. Подняты флажки. 7-0. 7-0. Ну, 0-7 будем 0-7. Говорить, да? Сделали, получили свободные. Ну и сейчас, я так понимаю, еще штрафной мы получим. Хотя Лебедев нет. Поднялся в короткую Джонс. Посмотрите, как здорово. И главный тренер... Кинсли Джонс, с одной стороны, сейчас огорчен, а с другой стороны... Лин Джонс. При всем при том, не забываем, конечно, и покритиковать наших ребят, куда без этого. Смотрим, удар, траектория высокая, и точно, вот так вот. Василий, удар шикарный, как оказалось, и по точке. Тоже я, за приставание историческое. Я вздохнул да. Глубоко, потому что понимал, что сейчас, скорее всего, будет попытка, так и есть. Уже мертвый. А на острове все говорят по-английски. Грег Дайер набирает свое 11 очко и делает счет 21. Дмитрий Перов ждет момента и заработали мы штрафной. Быстрый розыгрыш Перова. Ёшкин! Так, стоп. Лебедев пока есть по... Матч прошел еще, ну, возможно, не на этом стадионе, уютном домашнем, а на более значимом. Так, а здесь сейчас очень... А это здесь попытка. Мафу. Капитан команды сыграл по-капитански, уничтожил нашу защиту в данном эпизоде. Я думаю, да, закрытыми глазами он спокойно забьет, но сейчас глаза были открыты у Дайера, и он, собственно говоря, спокойно... Немножко изменится, если уж не сравнять счет в этой игре, что будет делать трудно, то хотя бы еще несколько попыток увидим. Мы в исполнении сборной команды России. Здорово! Вот это, Симпликевич! Попытка сейчас должна быть, но ее пока нет. Приходит Сазонов, Владислав Сазонов. Поддержал Сазонов. 10-28. Сложная позиция для него с правого фланга. И попадает! Ну, наконец-то! Вот здесь... Итак, Сергей Янюшкин. Мяч у нас, да, потому что нечеткая ловля была у Джерси, и отскочил мяч. Нет, уже не у нас, он мяч, и сейчас попытка будет. Да, настолько спокойно, как по бульвару, по правому краю, игрок Джерси Редс проходит, и еще становится 33-12. Теперь уже отправлен в оргкомитет Кубка мира. Посмотрим за реализацией, нам тут важны боковые арбитры, и да... Реализация точна. Грег, да. Коридоре арбитр. Матвей, вбрасывание. Остриков выиграл. Ну и что сейчас? Давайте. И мы зачетки. Матвеев. Евгений Матвеев. Третья попытка сборной России. Хорошо, Гера, хоть и не нападающий, но очень мужественно. Морозов пробивает. Морозов, Валера. Ты его не воздал в первом тайме еще. Он появился сейчас и очень неплохо сыграл. По зачетке продолжается наша атака. Буквально несколько метров. И что, есть? Андрей Остриков, Гренобль, Франция.